В Смоленском государственном драматическом театре имени Грибоедова прошел большой праздничный концерт, приуроченный к десятилетию избрания и интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Имя святейшего патриарха особенно дорого смолянам. С его личностью и архипасторским служением на Смоленской земле неразрывно связано духовное возрождение Смоленщины. Большой праздничный концерт стал знаком особой признательности смолян предстоятелю Русской Православной Церкви. Перед началом музыкальной программы к зрителям обратился митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. 25 лет управления Смоленской епархией оставило действительно после себя значимый след и вклад этого замечательного человека. Он, помимо строительства храмов и налаживания конструктивного взаимодействия и сработничества общества и церкви, сумел убедить людей, далеких от церкви и от веры, в том, что церковь является важным социальным партнером, не только хранительницей правды Божией. И этот человек, святейший патриарх Кирилл, явил себя и как гражданин нашего Отечества. И не случайно, по праву, он почетный гражданин города Смоленска. В программу концерта вошли музыкальные произведения Михаила Глинки, Дмитрия Бортнянского, Георгия Свиридова, митрополита Иллариона Алфеева. На сцене выступили камерный оркестр Смоленской филармонии, художественный руководитель и дирижер Михаил Аркадьев, симфонический оркестр Псковской филармонии, художественный руководитель и дирижер Николай Хадзинский, сводный хор Смоленской епархии, хормейстер Елена Фролова, а также солист Гамбургской оперы Владимир Байков. Программу концерта составил и провел художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Смоленской филармонии, заслуженный артист России Михаил Аркадьев. Тут мы имеем состав не только камерного оркестра, но приехали наши коллеги из Пскова. Мы буквально за полторы репетиции, очень профессиональные коллеги, очень прекрасно настроенные, подготовленные, мы делаем вот эту огромную, в общем, симфонию Свиридова, посвященную Пушкину метели. И это и музыка грандиозная, и оркестр у нас получился большой и очень мощный. Вот, так что для публики это прям совершенно прекрасно. Концерт проходил в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Организаторами выступили администрация Смоленской области, Смоленская епархия и Смоленская областная филармония.